Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Светлана Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре раскрыли схему по выводу денег с пушкинских карт. Сумма ущерба около 15 миллионов рублей. За год в центры «Мой бизнес» обратились 15 тысяч предпринимателей. На какую поддержку они могут рассчитывать? Увидеть самарский след в одном из самых значимых произведений 20 века. В областном центре прошла презентация книги доктора филологических наук, ведущего телеканала «Самара ГИС» Михаила Перепелкина. Угодить себе или символу наступающего года кролику, что приготовят к новогоднему столу самарцы. Сюрпризы небесной канцелярии. Какая погода ждет жителей областной столицы на Новый год? В Самаре продолжают возводить станцию метро «Театральная». Ее строительство ведется круглосуточно и находится на непрерывном контроле. В дальнейшем именно она станет связующим звеном между отдаленными районами города и историческим центром. О том, как протекают строительные работы, расскажет Александра Гусева. В преддверии Нового года темпы строительства новой станции метро «Театральная» набирают еще большие обороты. Вместе с выносом инженерных коммуникаций подходит к концу разработка стартового котлована на улице Галактионовской. На сегодняшний день он готов уже на 90%. В начале января будет завершена работа по бетонированию фундаментной плиты. Начнется монтаж металлоконструкции под пуск щита. С 15 января ориентировочно приедет организация, которая будет поставлять ТПМК, они сами под себя начнут варить металлоконструкцию. К концу января будет техническая возможность запуска щита. Сейчас на Галактионовской в стартовом котловане частично готово бетонное основание. На него встанут стены и своды станции «Театральная». Бетонную подушку доведут до улицы Красноармейской, смонтируют ложе, по которому пройдет щит. После того, как бетон наберет прочность, специалисты будут постепенно демонтировать ярусы расстрельной системы, удерживающие котлован в неподвижном состоянии. Начнут с нижнего яруса, всего же их три. Сначала, с учетом готовности котлована на Галактионовской, доставят и смонтируют один щит. Позже еще один тоннель-проходческий комплекс включат в работу. И в зоне строительства метрополитена в районе улиц Новосадовой и Полевой, где разработка стартового котлована выполнена к настоящему времени почти на 20%. Второй щит будет двигаться во встречном направлении. За всеми видами строительных работ, связанных с возведением станции метро «Театральная», ведется неусыпный контроль. На сегодняшнем совещании, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, было принято решение о том, чтобы в праздничные дни никаких новых ограничений движения в районе перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской вводиться не будет. Минимизации неудобств для горожан уделяется особое внимание. Предположительно, в январе возникнет необходимость сузить проезжую часть улицы Вилоновской. Здесь предстоит переустройство газопровода, силовых кабелей, а также вынос и строительство водовода. Кроме того, на совещании подняли вопрос об усилении коллектора, который находится в районе улиц Вилоновской и Галактионовской. Техническое решение предложено совместно с профильными региональными службами и ведомствами. Обсуждение продолжается. Вчера предварительный был график по поводу переустройства трамвая путей по улице Красноармейской в сторону, если будем говорить, едем в сторону Галактионовской, делая левый поворот, как освободить перекресток для работы и строительства. Но это уже февраль в большей степени будет. Необходимо возведение углубленной трансформаторной подстанции для новой станции метро. Предполагается, что в будущем временно по улице Фрунзе трамваи ходить не будут. Они будут следовать по улице Галактионовской, доезжать до улицы Пионерской и разворачиваться. Сейчас решается вопрос относительно сроков ограничения движения. После завершения строительства первой ветки самарского метро интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция метро свяжет отдаленные районы Самары с историческим центром города и даст импульс для дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры региональной столицы. Неудобства временные, а метро навсегда. Александра Гусева, Константин Головин. События. В Самаре раскрыли схему по выводу денег с пушкинских карт. По версии следствия, 28-летний Григорий Макеев создал ИП и организовал Театр нового времени. Учреждение прошло верификацию на портале прокультура.рф, став участником проекта «Пушкинская карта». Театр регулярно арендовал площадки и залы, показывал спектакли. Под документом они собирали полный зал, а билеты стоили от 3 до 3,5 тысяч рублей. При этом, по мнению правоохранителей, залы были пустыми. Суть преступной схемы заключается
заключалась в том, что подозреваемые заранее находили студентов, которые соглашались обналичить свои пушкинские карты. Студенты передавали пароли доступа к карте и взамен получали 1500–2000 рублей. После этого злоумышленники продавали билеты сами себе и оплачивали их пушкинской картой. За полгода театр провел не менее 12 спектаклей. Оперативники изъяли базы с данными более чем 5000 самарских студентов. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. В этом году в центре «Мой бизнес» обратились 15 тысяч предпринимателей, желающих открыть свое дело. Сейчас в регионе 11 центров, помогающих предпринимателям в решении различных бизнес-вопросов. Последний открылся в Жигулевске, теперь они есть в каждом городском округе. Работа по созданию центров «Мой бизнес» и расширению возможностей для бизнес-сообщества ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Сеть «Мой бизнес» ориентирована на помощь потенциальным и действующим предпринимателям, самозанятым в открытии, развитии своего дела. Предприниматели в формате единого окна могут получить необходимые меры государственной поддержки для развития своего дела. За этот год сеть центров оказала предпринимателям более 20 тысяч услуг. Их получателями стали 15 тысяч представителей бизнес-сообщества и физических лиц, готовых к созданию и развитию своего дела. В 2022 году регулярно проводились образовательные программы по разным направлениям ведения бизнеса. Так, более 700 человек, планирующих открыть свое дело, прошли обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности». Более 90 семинаров, вебинаров, тренингов прошли по вопросам продвижения бизнеса в соцсетях, охраны труда, современной рыночной стратегии. Наметили перспективы дальнейшей работы и поблагодарили за поддержку. В Самаре прошла встреча представителей 2-й общевойсковой гвардейской армии, благотворительного фонда «Звезда и Лира» и членов Общественной палаты Самарской области. Подробности расскажем далее. Обсудить дальнейшую работу с общественными организациями и поблагодарить за взаимодействие и поддержку. В Самаре прошла рабочая встреча командования 2-й общевойсковой гвардейской армии с представителями благотворительного фонда «Звезда и Лира» и Общественной палаты Самарской области. Эксплатила помощь тем, кто находится в зоне действия СВО. Общественники и неравнодушные самарцы собирают посылки бойцам, в которых есть то, в чем они нуждаются – снаряжение, теплые вещи, продукты. Во-первых, это сближает нас, армию, с теми людьми, кто оказывает большую помощь нашим военнослужащим, которые находятся на спецоперации. Мы, в свою очередь, должны обязательно говорить им спасибо. И слово «просить», так скажем, оно не очень корректно. Но планировать совместно то, что нашим ребятам необходимо для дальнейшего развития победы. Я уверен в том, что данная рабочая встреча будет носить системный характер. О периодичности сейчас не буду говорить, но то, что по итогам этой встречи однозначно будет повышение эффективности нашей каждодневной работы, направленной на обеспечение комфортной жизни наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. И, конечно, мы не обойдемся сегодня без того, чтобы сказать российское спасибо тем людям, которые действительно каждый день помогают нам в этой работе. Надежде Суспицыной 90 лет. Она откладывает с каждой пенсии, чтобы помочь тем, кто сейчас выполняет задачи спецоперации. Подключает к делу соседей и знакомых. Как можно остаться в стороне, когда молодые ребята, которые должны быть влюбленными, должны быть отцами, они должны быть любимыми внуками, и они вдруг на таком боевом постой. На встрече отметили, что за это время общественникам удалось наладить системное взаимодействие с армией. И такие встречи, на которых звучат слова благодарности, должны проходить регулярно. Сергей Кизоркин, Виктория Шарая, Максим Гусев. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. С января по сентябрь жители региона совершили более 625 миллионов операций по банковским картам на сумму свыше 830 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число транзакций выросло на 9%, их объем на 6%. Покупки по банковской карте в 16 раз превысили количество операций по снятию наличных денег. В структуре операций с банковскими картами безналичные операции по оплате товаров и услуг достигли 94% по количеству и 48% по сумме. Средний чек при оплате картой составил 680 рублей, при снятии наличных – 11,5 тысяч рублей.
Крупные российские банки в 2023 году планируют запустить услугу по оплате товаров с помощью платежных наклеек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова участников рынка. Банки начали тестировать новый способ бесконтактной оплаты на смартфонах с начала декабря. Платежный стикер можно приклеить на телефон, в том числе на iPhone, и расплачиваться одним касанием. Запуск пилотных партий в одном из отечественных банков планируется в начале следующего года. Железнодорожный суд Самары вынес приговор двум бывшим сотрудникам транспортной полиции. Их признали виновными в нападении на мигрантов. Информация об этом размещена на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. На железнодорожном вокзале в Самаре транспортные полицейские применили насилие в отношении двух граждан Узбекистана. Одно из нападений попало на видео. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как двое людей в форме зажимают возле стойки информации мужчину. В ходе беседы он получил от правоохранителей несколько тычков в бок. Полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Одному назначили 3 года 7 месяцев лишения свободы, второму – 3 года 5 месяцев. В четверг, 29 декабря, в аэропорту Курумыч совершил вынужденную посадку самолет, который летел из Новосибирска в Саратов. Рейс выполняла авиакомпания С-7. Воздушное судно должно было прибыть в пункт назначения в 14:50 по местному времени. Однако оно не смогло приземлиться в Саратове. Представители аэропорта «Гагарин» сообщили о задержке рейса авиакомпании «Победа» и предложили следить за актуальной информацией о времени прибытия и отправления самолетов с помощью онлайн-табло. С 1 января 2023 года 7 российских авиакомпаний и правительство региона предоставит жителям Самарской области возможность летать по стране с приличными скидками, но не всем. Субсидированные билеты положены только молодым людям до 23 лет, женщинам старше 55, мужчинам старше 60 лет, многодетным и инвалидам. В течение года они могут купить не более 4 авиабилетов по субсидии. Один билет – это перелет в одну сторону. Цены и направления указаны на экране. Открыть для себя самарский след в одном из самых значимых произведений 20 века. В Самарской областной библиотеке прошла презентация книги доктора филологических наук, ведущего телеканала «Самара ГИС» Михаила Перепелкина, «Ходивший по мукам самарский кот» в трилогии Алексея Толстого. Профессор внимательно изучил самарские страницы в произведении и нашел, чем вдохновлялся писатель при создании своего произведения. Андрей Горгуленко расскажет подробнее. «Хождение по мукам» Алексея Толстого – одно из немногих произведений, где запечатлена Самара. И, по мнению литераторов, самое значимое. Как именно город проявляется в произведении Алексея Николаевича, разобрал Михаил Перепелкин в своей новой книге «Ходивший по мукам. Самарский кот в трилогии Толстого». Вдохновением к созданию книги стал его проект 2017 года «Читаем Толстого» на телеканале «Самара ГИС», в котором известные люди города читали произведение «Хождение по мукам». Именно тогда Михаил еще раз отметил для себя многие образы, которые заинтересовали его при первом прочтении книги. Художников такого уровня, как Алексей Толстой, не очень много, да, прям совсем не очень много. И такого класса, такого уровня произведений, как «Хождение по мукам», тоже можно по пальцам пересчитать. И то, что в «Хождении по мукам» столько Самары, столько самарских страниц, ну, это нам всем огромный подарок. Я попробовал эти страницы перечитать чуть более внимательно. Создавалась книга в течение 5 лет. Михаил Перепелкин проанализировал самарские эпизоды исторического романа, а также документы, воспоминания, газетные публикации того времени и выявил прототипы героев, географические локации, события и многое другое, что послужило историческим материалом для осмысления и творческого преображения писателем. Для нас, историков, допустим, важен документ. Но сейчас мы опираемся на литературное произведение. Почему? Потому что нам при реконструкции событий необходимо вот эту живую ткань исторического процесса увидеть. Презентация книги и вручение подарочных экземпляров с подписью автора прошло в Самарской областной библиотеке, где с особым пиететом относятся к произведениям местных писателей. Мы всегда с удовольствием формируем наш фонд такими изданиями, понимая, что мы создаем историю сегодня для наших будущих поколений. И то, что есть такие исследователи самарского кода, мы это очень ценим и благодарны и авторам, и тем, кто им помогает издавать такие книги.
Прочитать книгу можно, взяв ее в городских библиотеках или купив в литературном музее. Презентация книги стала первым мероприятием в череде событий, посвященных 140-летнему юбилею Алексея Толстого. 13 января в Самарской областной библиотеке откроется выставка в честь известного писателя, на которой можно будет встретиться и пообщаться и с Михаилом Перепелкиным, чтобы узнать больше о самарском коде. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Сдавали зачеты, закрывали долги и готовились к Новому году. Перед праздником съемочная группа телеканала «Самара ГИС» вышла на улицы города, чтобы спросить у самарцев, чем им запомнилась предновогодняя неделя и какие события произошли в жизни жителей областного центра. Я на Урал ездил. Приехал, на день рождения попал к племяннику. Погуляли, походили, покатались с горки большой. Слава богу, из больницы выписался хорошо. Подготовка к Новому году. Как готовились? Расскажите немножко. Ну как, елку ставили, наряжали, больше ничего. Город украшен очень нарядно, красиво, как вторая Венеция. Город великолепен, и это радует глаз. Поэтому спасибо большое, что нарядили его. К Новому году готовимся, это раз. Во-вторых, то, что мы никто не болеем сейчас. Ну и пока у нас все живы-здоровы в семье, в родне. Вот это... это самое главное, я считаю. Мы город. Приехали к внукам, воспитываем, город гуляем. Наряжен. Набережная замечательная, чувствуется новогоднее настроение, потому что город наряжен, и вообще все замечательно. Зачеты сдал. Мы были на юбилее у друга своего. Очень приятно провели время, встретились с друзьями, пожелали друг другу в Новом году всего самого доброго и хорошего. Поэтому все нормально. В новогоднюю ночь погода по умолчанию сказочная. Но если спуститься с небес на землю, хотелось бы получить более точный прогноз. И не столько на саму новогоднюю ночь, сколько на все новогодние праздники. Ведь в этот период на свежем воздухе все проводят традиционно гораздо больше времени, чем в помещении. Вот что обещают специалисты Самарского гидрометцентра. До завершения 2022 года остались считанные часы. И многие самарцы уже определились с планами на новогоднюю ночь. Кто-то будет праздновать дома, а кто-то отправится на прогулку, чтобы зажечь фейерверки и встретиться с друзьями. Важный фактор, влияющий на создание праздничного настроения, конечно же, погода. И самарцы строят догадки. Знаете, я ожидаю, что будет снежок порошить. Вот хотелось бы вот такую зимнюю погоду, такое, чтобы настроение было такое зимнее, новогоднее. Должна быть погода, ну так, темно, вечер, снег, вот такая погода хорошая будет, снежная. Вот такую только, чтобы побольше снега и чуть более тепло. Ясный, прекрасный новогодний. И немного снега для создания новогоднего настроения. Скоро наступит череда праздников, а вместе с ними появится возможность активно отдохнуть на свежем воздухе. Катание на коньках, лыжах, сноубордах и пешие прогулки по заснеженному парку – излюбленные варианты времяпрепровождения для каждого самарца. Организация зимнего досуга – дело не из простых, ведь самарская зима нередко бывает капризной. Погода с 31 декабря по 2 января ожидается неустойчивой с осадками. 31 декабря, это завтра, значит, предстоящей ночью еще местами небольшой снежок у нас будет. Завтра днем мы ожидаем снег, местами сильный. Ветер будет южного, юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит от минус 2 до минус 7 градусов. А первые дни января принесут небольшое потепление и мокрый снег. Александра Гусева, Константин Головин. События. Традиционные оливье, селедка под шубой, холодец или блюдо по новым рецептам. Перед праздником съемочная группа телеканала «Самара ГИС» вышла на улицы города, чтобы узнать у самарцев, какие блюда они планируют приготовить на Новый год. Салаты с креветками, с манго и руккола. И грецким орехом еще посыпать. Очень вкусно. Чтобы был легкий стол и не наедать вот эту тяжесть, не испытывать. Ну, новый рецепт я вычитала. Фасоль, кукуруза. Корейская морковка, куриная грудка и огурец свежий. Все перемешиваешь, заправляешь майонезом и готово. Грибы, бедра куриные, филе. Вот. И ну, всякие майонезные салаты. На Новый год мы будем готовить хорошее настроение для наших друзей и для наших родителей. Салатики всякие, оливьешка и селедка под шубой. Обычная традиционность из Советского Союза. Креветки обжаренные. Соусе это масло и плюс мед, плюс салат огурцы, зелень и яйцо перепелиное.
оливье, рыбу под шубой. Муж будет отбивные сделать свинины и картофель пюре. Ну, как обычно, помидоры, огурчики соленые. Селедка под шубой, оливье, как обычно, классическое, холодец сделала. Один баварский буду в этом году делать. Раньше никогда не делали. А там фасоль красная нужна. Либо отварить, либо можно вот готовую уже. Что там еще? Ветчина идет, соленый огурец, лук, зеленый горошек. Ну и приправить то, чем любит майонез или сметана. Возможно, крабовый салат кальмаровый. Из горячего, наверное, идей. По старинке обойдемся. Я ничего не буду готовить. Жена будет готовить, наверное. Селедка под шубой я купил. Есть селедки столько, что там на все праздники хватит. В заключительном матче 22-го года «Ладья» на выезде проиграла омским «Ястребам». Баскетбольный клуб «Самара», «Самара Юниор» и школа Олимпийского резерва номер 1 подписали соглашение о сотрудничестве. В Тольятти прошел первый этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Он состоял из 40 заездов. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». В заключительном матче 2022 года соперником «Ладьи» был один из лидеров «Востока» – омские «Ястребы». Уже к 7-й минуте тольяттинцы пропустили 3 шайбы, а Даниила Захарова в воротах сменил Данил Овчарик. До конца первого периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Ладьи» отметился Данила Гроза. Во второй 20-минутке хозяева увеличили разницу в счете, забросив дважды. Тольяттинцы смогли ответить лишь одной шайбой, автором которой стал Остап Маслов. В третьем периоде команды шайб не забросили. «Ладья» проиграла со счетом 2-6. Баскетбольный клуб «Самара», «Самара Юниор» и «ГАУС Шор номер 1» подписали соглашение о сотрудничестве. Клуб, академию и ведущую спортивную школу региона связывает многолетнее и плодотворное партнерство. Соглашение лишь формализует его и при этом открывает новые перспективы для подготовки и развития талантливых баскетболистов. В Тольятти прошел первый этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Он состоял из 40 заездов. Победу одержал уфимский гонщик Никита Богданов в активе спортсмена за прошедший уикенд максимальные 30 очков. За второе и третье место в дополнительном воскресном заезде боролись тольяттинец Игорь Кононов и уфимец Динар Валеев. Оба за два дня соревнований набрали по 26 очков. Однако спортсмен из Уфы в перезаезде одержал победу над волжанином и финишировал на позиции лидера, завоевав серебряную награду этапа. Бронза у тольяттинца. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды России и Самарской области. Среди награжденных – руководитель Департамента образования Самары Ирина Коковина. Ирине Николаевне присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Самарской области» за многолетний добросовестный и плодотворный труд в должности директора школы. С 2002 по 2022 год Ирина Коковина возглавляла Самарскую школу номер 3, которая неоднократно становилась победителем и лауреатом конкурсов на лучшее образовательное учреждение Самары и области. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки рассказывают, что у них завершилась благотворительная акция «Елка желаний». Все 547 открыток с пожеланиями самарских ребят нашли своих адресатов. А это значит, что заветные мечты детей, воспитывающихся в социальных учреждениях города, в замещающих семьях и проживающих в пунктах временного размещения, обязательно исполнятся в новогодние дни. В департаменте благодарят всех неравнодушных самарцев, исполнивших миссию Деда Мороза и принявших участие в акции. На территории лесопарка имени 60-летия советской власти прошло традиционное соревнование по лыжному спорту, сообщает телеграм-канал районной администрации. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию с момента образования Кировского района Самары. Участниками стали более 150 юных спортсменов. Все они соревновались на призы Деда Мороза. Организатором состязания выступила администрация района совместно со спортивной школой Олимпийского резерва номер 11 имени Виктора Ольховского. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, счастливого Нового года!